Кабыл Сәнім Исламғазы, Темірлан Исламғазы, Балалар Ньюс. Мөлдір, как думаешь, какой формы земля? Не деген сұрақ, Мұхаммед, барлығы біледі ғой, жердің домалақ екенің. Нет, не согласен, земля не круглая. Домалақ. Не круглая. Домалақ дедім ғой саған, Мұхаммед. Келісесіңдер бе, достар? Ладно, не будем с тобой спорить. Оставим дебаты для профессионалов. Жарайды, экранға назар аударыңыздар. Алматинские школьники проявили свои ораторские способности на дебатном турнире. Несмотря на выходной день, 26 сильнейших команд приняли участие в этом мероприятии. Это будет много удобнее для нас, для организации, не знаю, для собраний и так далее. Дебаты улучшают навыки общения с разными людьми. И для ребят все эти способности пригодятся в повседневной жизни. Время вообще очень хорошее, атмосфера все. Вообще все впечатляет, дебаты это очень хорошо. Способствует прямому развитию интеллекта. На дебатах ты узнаешь очень большую для себя информацию. И некоторые из них тоже могут пригодиться тебе в жизни. А темами для обсуждения могут послужить вопросы от самых простейших до глобальных проблем целого мира. Часто, на которых ты можешь каждый день совершенствоваться. Каждый дебат дает тебе что-то свое. И когда ты готовишь к каким-то темам, то всегда откладываешь какую-то информацию, откладываешь какое-то мнение. И на данный момент это друзья вам не ну, скажем так, очень полезные знания, а в целом в системе установления по всему миру и в частности в нашей допустим, стране. И второе, то, что как использовать интернет во благо или не во благо. То есть как пропаганда действует, все дела, вот это то, что сегодня нужно. На этом турнире участники еще раз показали свои навыки ораторского искусства и мышления. Арайлым Шубребаева, Айгерім Рахимбекова, Балалар Ньюс. Мухаммед, саған не болды? Мухаммед, алло! Я пошел спасать мир. Не? Да шучу я. Зачем мне спасать, когда есть юные спасатели? Шахарымызда қалалық жас құтқарушылар ұйымы атты слет болып өтті. Шараның мақсаты оқушыларға жеке және жалпы қауіпсіздікті қамтамасыз етуді түсіндіру. Өрт сияқты жедел апатты жағдайлардан құтқарып, сақтану негіздерін үйрету. Ең бастысы, балалар өзін құтқарушы маманы ретінде сезіне алды. Сонымен қатар, жастар мен бүлдіршіндер салауатты өмірге баулып, және спорттың әр түріне үйір болды. Бұл қызға өрмелі үйірмесіне мен 4 жылға асып келем спорт түріне. Мен осы қызға өрмелі түрінен Индонезияға, Сингапурға, әрбір қалаларға барып келдім. Бірінші орындар алдым. Көптеген жетістіктерім бар. Қазір мен КМС-пін, Бішкекке барлық жерлерге барып келдім. Бұл жарыс еліміздің болашағына нағыз отан сүйгіш, батыл және ақылды ұрпақ тәрбиелейді. Айгерім Рахымбекова, арнайы балалар ньюс үшін. Вау! Уважаемые телезрители, вы знали, что теперь можно усыновить животного? Распа? Да, и наши корреспонденты сходили и узнали, как и что там. Хандай тамаша. Экранга назар аударайык. Алматының хайуанаттар бағында сәуір айынан бастап жаңа жұмсақ әрі нәзік аң атты бағдарлама жүзеге асырылуда. Әрбір тұрғын өзі қалаған жануарын жеке қамқорлығына алуға құқылы. Бағдарлама бойынша ол таңдаған жануарына байланысты әртүрлі көлемде қаражат қосады және жағдайын біліп немесе ойнап оның үйшігіне кіруге рұқсат етілген. Тілек білдірушілер қатары күннен күнге артуда. Әркімнің таңдауы әртүрлі. Кейбіреулері жанына жақын дос іздейді. Сен қандай жануарларды үйде асырар едің? Мен оларды үйде асырар едім. Неге? Себебі оларды қорғауға болмай, жерден олар тез табысады, адамдармен және олардың арқасында кішкентай балалардың көңілдері көтеріліп қалады. Ал кейбіреуі таң қалдырарлық әдемі жануарларды сүйеді екен. Сіз жануарларды жақсы көресіз бе? Я не жануарларды жақсы көремін. Неліктен? Ұнайды сондай сүйкімді, күшті. Сіз қандай жануарларды асырап алар едіңіз? Маған бәрінен деп білмейді. Неге? Күшті. Сіз оны асырап алар ма едіңіз? Жоқ. Қамқорлыққа алынған жануарлардың аумағында сары тақташаға иесі жайында ақпарат келтіріледі екен.
қазіргі таңда кез келген адам өзі қалаған жануарын асырап алуға мүмкіндік туды. Адам өз қателігін өзі түзетуге тиіс. Әрине, әр қашанда жануарлар адамдардың қызығушылығын туғыза бермек. Дегенмен, табиғат иесі болғанмен, олар өздері өмір сүретін ортасын өздері таңдауға құқылы. Әжан Еспаева, Балалар Ньюс. А теперь пришло время показать вам одно волшебное событие. Я бұл жаналық өте қызық. Біздің қаламызға атақты Юрий Никулин циркі келген екен. И на этом событии побывали наши корреспонденты. Зал наполнялся громкими аплодисментами и смехом. Покоривший сердца цирк Юрия Никулина посетил наш любимый город. Зрителей удивило шоу с участием очаровательных девушек. Внимание! Артистка работает без страховки! А также были собачки, которые задорно выступали на сцене. А от выступления умного Мишутки и других зверушек просто захватывало дух. Их мастерство у детей и взрослых вызывало восторг и восхищение. Клоуны и могучий силач показывали свою силу, став неотъемлемой частью представления. Самый великолепный жонглер поразил всех своей ловкостью, метая в воздухе все, что у него в руках. Цирк Никулина был полон неожиданностей. Цирк есть мир волшебства и чудес. Люди подарили себе и своим родным незабываемые впечатления и море улыбок в беззаботном мире детства. Анна Божененко, Балалар Ньюс. Школьники и школьницы, если хотите быть участником проекта, то звоните нам. Я был бағдарламаға қатысқыңыз келсе, біз сіздерді күтеміз. Далее в нашей программе новости спорта. О спортивных событиях вам расскажет Марғұлан Болат. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек қана келесі кездескенше дейміз. Аман сау болыңыздар. Пока, до скорой встречи. Армысыздар қадырмен көрермен. Эфирде спорт жаңалықтары. Достар, білесіздер ме, қазіргі каратэ жүйесі 20-шы ғасырдың басында дамыған екен. Бұл спорт түрінен қаламызда жасөспірімдер арасында жарыс өтіпті. Сол туралы репортажға назар аударайық. Здравствуйте, дорогие телезрители! 18 мая 2019 года прошел открытый чемпионат города Алматы по каратэ Шидорюдо. Давайте посмотрим, как проходило соревнование. В этих соревнованиях принимали участие ребята разных возрастов. Дети пришли на турнир, чтобы победить. А давно ты каратэ занимаешься? Нет. Вот. А сколько ты каратэ занимаешься? 1 год. А тебе нравится ходить на соревнования? Да. А для чего ты пришел на соревнования? Чтобы победить. Тебе нравится ходить на соревнования? Мне нравится. А долго ты ходишь на каратэ? Я хожу на каратэ 2 года. А зачем ты пришла на соревнования? Я пришла на соревнования, чтобы победить. А долго вы занимаетесь каратэ? 5 года. 5 месяцев. А зачем вы пришли на соревнования? Чтобы занять 1-е место. А вам нравится это соревнование? Да. Каратэ. 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 Руслан Трегуб, Валентин Пинчков, Балалар Ньюс. Друзья, а приходилось ли вам видеть один из самых темпераментных искусств мира – захватывающий танец фламенко? Этот вид спорта со сложным ритмом и специфической техникой исполнения. И специально для вас наши корреспонденты сходили и узнали. Внимание на экран! Недавно в нашем городе прошло невероятное событие – испанский фестиваль танцев «Фламенко». Он был посвящен Международному дню танцев. Здесь приняли участие коллективы из разных городов Казахстана. То есть среди зрителей были туристы. Мы ехали в Сибири к вам в гости и попали на этот прекрасный фестиваль. Тут танцуют люди, совершенно изумительные танцы. Они прямо светятся на этой сцене, и это очень здорово. И спасибо, что вы даете такие шоу, такие это же концерт, посвященный Дню танца, да. Я понимаю, да? Вот. Было очень приятно тут присутствовать и увидеть все это. Ребята готовились старательно и упорно. Перед выступлением они волновались, но благодаря поддержке зрителей легко преодолели все переживания. Танцами участники выразили все чувства – печаль и грусть, радость и счастье.
мы выступали на фестивале «Фламенко». Вот, все очень супер, супер фестиваль. Спасибо всем тем, кто пришел и смотрел на нас. Спасибо тем, кто поддержал, потому что все равно всегда волнительно выступать. Зрители окунулись в атмосферу танцев. Все ушли довольными и восторженными, получив массу впечатлений и эмоций. Дагожа, Сана Жамубаева, Тухлан Чынарбекова, Назира Хусаинова, Балалар Ньюс. Достар, келесі бейне материал спорттың қандай түрі туралы болады деп ойлайсыздар. Әрине ол футбол. Футболды жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Себебі бұл спорт түрі адамдарды жақындастырады. Экранға назар аударыңыздар. Здравствуйте, с вами Анна Божененко, и сейчас мы находимся на запасном поле центрального стадиона, где проходит турнир по футболу среди детей. Одним из самых увлекательных игр является футбол. В нашей стране этот вид спорта очень популярен. Мяч любят погонять мальчишки и девчонки, а также их родители. С приходом теплых весенних дней у нас в городе стартовал республиканский чемпионат по футболу среди детей-сирот до 14 лет. Цель этого чемпионата – привлечь подростков к спорту и здоровому образу жизни. В прошлом году победители съездили в Барселону. Это была команда из детского дома ЕСИ. И с тех вот самых пор, с самого начала дети вот целый год готовятся. Они жили вот этим вот проектом, то есть они знали, что будет продолжение чемпионата, поэтому они готовились. И вот сегодня вот мы стартуем. Это событие для победителей турнира станет незабываемым и прекраснейшим в их жизни. А все потому, что лучшую команду ожидает уникальная возможность побывать за границей и в полной мере познакомиться с жизнью футбольного клуба «Милан». Теперь за первое место поборются 20 сильнейших команд с разных уголков Казахстана. Анна Божененко, Рамина Молдагожина, Балалар Ньюс. Осымен спорт жаңалықтары аяқталды. Назарларыңызға көптен-көп рахмет. Және де әрқашан спортпен шұғылданыңыздар, достар. Себебі кез келген ауруды жеңетін спорт. Сіздермен бірге болған мен, Марғұлан Болат. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Өткен мен барлық заттар тез жасаймын бітіремін. Неге ақылдымын деп ойлайсыз? Өткен мен сабақ бірінші сыныптан бері беспен оқимын. Неге өнерлімін деп ойлайсыз? Өткен өнерім көп. Қандай? Би билеймін, енді де ойнаймын, домбырада ойнаймын, өлеңдер шығарамын, шығармалар шығарамын. Мен өзім бес тілді білемін, және де лицейде үздік оқушылардың бірі. Нәтижесін неге көңілдімін деп ойлайсыз? Өмірдегі бар заттарға оптимистік түрде қараймын және көңілді болам. Журналист болғыңыз келеді ме? Мен өзім әдебиетке және қазақ тілге жақын адаммын, сондықтан да журналист болу менің арманым. Журналистика мамандығы маған өте қатты ұнайды. Ол менің кішкентай кезімнен бері таңдап келген мамандығым десем де болады. Және ол өте қызықты. Өзімді сеніп ұстауға көмектеседі.